Осторожно, мошенники! Уважаемый абонент «Картина ТВ», в целях заботы о клиентах мы просим вас не обращать внимания на ложные сообщения о скором закрытии нашего сервиса. Это неправда. Подобную информацию распространяют мошенники, которые под предлогом перехода на другой сервис хотят получить ваши личные данные. Официальную информацию о работе и улучшении сервиса вы можете узнать на сайте «Картина.ТВ», в социальных сетях, в наших фирменных магазинах, а также в службе технической поддержки. Желаем вам хорошего дня!